Что такое генератор трафика и как с помощью этого полезного инструмента можно создать огромный поток посетителей на свой сайт или страницу? Как с помощью генератора трафика можно зарабатывать в интернет с нуля? Есть ли в сообществе генератора трафика своя партнерская программа и как ее можно использовать для построения своей структуры и успешного заработка? На все эти вопросы вы получите ответ в этой самой подробной презентации сообщества «Генератор трафика». Привет, друзья! Привет, участники сообщества «Генератор трафика». С вами на связи Левдиков Вячеслав. Я один из разработчиков и руководитель данного проекта. И сегодня для вас я записываю презентацию нашего бизнес-сообщества. Думаю, что это будет самая большая, самая объемная презентация. Даже можно сказать, это будет обучающий курс или обзор, в котором я поделюсь всеми тонкостями, всеми возможностями этого уникального проекта. Так что запасайтесь чаем, запасайтесь бутербродами. Время у нас не ограничено, поэтому я постараюсь рассказать все, что знаю сам об этом проекте. Также для удобства я под этим видео потом помещу тайм-меню, чтобы вам легче было находить различные разделы этого видео. Итак, мы начинаем. Поехали! При создании проекта «Генератор трафика» мы руководствовались тремя целями. Первая цель – это проект или сервис, который должен помогать предпринимателям, ну и в принципе любому человеку, сделать известным свой проект, продвинуть его, сделать известным свой магазин, свой товар или услугу. И это должно быть очень просто и по возможности недорого и эффективно. Вторая цель – это показать людям, показать пользователям нашего сообщества, что в интернете можно зарабатывать на рекламе. Если делать правильные шаги, то можно зарабатывать довольно-таки неплохо. И третья цель – это для людей, у которых на данный момент нет своего бизнеса, нет своего товара или услуги. То есть мы им предлагаем генератор трафика как дополнительный источник дохода, как дополнительный бизнес для того, чтобы человек мог этот бизнес развивать, продвигать, и он послужил бы ему дополнительным источником дохода. Ну, речь идет, конечно же, о партнерской программе и построении своей структуры или своей команды. Вот именно эти цели мы преследовали, когда создавали этот проект и впоследствии его дорабатывали и развивали. Для того, чтобы стать участником сообщества генератора трафика, есть два варианта. Первый, вы можете просто наткнуться на какую-то рекламу или набрать в поисковике Яндекс генератор трафика, и вы попадете на эту страницу. Второй способ – это если вам уже действующий участник сообщества даст свою реферальную ссылку, и, соответственно, если вы по ней зарегистрируетесь, вы попадете непосредственно под него. Хорошо, после того, как вы попали на главную страницу сообщества, вы можете ознакомиться с информацией, которая есть на данный момент, но чаще всего люди спешат сразу же зарегистрироваться и особо не вникают, что здесь написано и все такое. Хотя, с другой стороны, мы здесь старались описать именно идеи создания проекта, цели этого проекта, описать, какие есть у нас рекламные инструменты, а также у нас есть даже вкладочка «Ответы на самые распространенные вопросы». Хорошо, для того, чтобы зарегистрироваться в сообществе, вы можете перейти по вкладке «Регистрация» здесь или вот здесь. Вот. Откроется вот такая страница, поля. Здесь вы можете увидеть логин того человека, который вас пригласил. Если вы сами нашли этот проект, соответственно, вы попадете автоматически под организацию.
под сам проект генератор трафика. Если нет, то у вас будет здесь какой-то логин. Все, что вам нужно сделать, это зарегистрироваться, заполнить все эти поля. Ну, давайте для примера. Иван Петров. Здесь вы ставите свой телефон. Здесь выбираете страну. Ну, давайте, пусть это будет, например, Испания. Кстати, у нас достаточно много европейских пользователей. Здесь вводите адрес своей электронной почты. Здесь вы создаете ваш логин. Логин — это как бы ваше имя в системе. То есть для создания логина используются только цифры и латинские буквы. Ну, например, пусть это будет Иван 279. Затем вам надо обязательно создать пароль для финансовых операций. Здесь также используются цифры и латинские буквы. Для чего это делается? Когда вы будете работать в проекте, вам понадобится, возможно, вывести деньги, перевести их другому участнику, у вас будет запрошен именно пароль для финансовых операций. Он может быть таким же, как пароль для входа в личный кабинет, а может и не быть таким же. Вы сами решаете. Ну, создаете какой-то пароль. Затем создаете пароль для входа в личный кабинет. Обратите внимание, что здесь у вас есть подсказочка. Если пароли не совпадают, загорается окошечко. Если пароль достаточно слабый, то, соответственно, вам надо этот пароль усилить для того, чтобы никто не смог подобрать ваш пароль и войти в ваш личный кабинет. После этого здесь автоматически, вы видите, уже стоит галочка о том, что вы принимаете на автомате условия участия. Если вам интересны условия участия, вы можете кликнуть «Перейти», «Ознакомиться». Так она уже стоит на автомате. Здесь вводите капчу, то есть это набор символов, в данном случае цифр, который показывает, что вы не робот. И нажимаете кнопочку «Бесплатная регистрация». После того, как вы зарегистрировались, в системе автоматически для вас создается уникальный личный кабинет, в который теперь вы можете войти. Для этого вы можете воспользоваться способом авторизации на самом сайте. Сюда вбить логин, сюда пароль, сюда, соответственно, капчу, и нажать «Войти в кабинет». Или нажать вкладочку «Логин», откроются еще дополнительные здесь поля, через которые вы также можете авторизоваться и войти в личный кабинет. Сразу обращу внимание на один момент. К сожалению, так как на данный момент существует просто огромное количество различных браузеров, то есть программ, через которые вы входите в интернет и просматриваете информацию, у которых разные настройки, то есть иногда бывает так, что пользователь, особенно который только что авторизовался, который только что зарегистрировался, не может войти в свой личный кабинет. Такое иногда бывает. Поэтому сразу вам скажу, что лучше всего для работы в сообществе генератора трафика использовать следующие браузеры. Первое – это Chrome, второе – это Яндекс браузер, и третье – это Mozilla. То есть мы именно монтировали и делали настройки под эти браузеры. Проблемы иногда возникают в Opera, то есть иногда не совсем корректно отображается текст и иногда неправильно срабатывают разный функционал. Также с макбуковскими браузером также иногда возникает проблема. Поэтому если вы все сделали правильно, авторизовались, вам на почту пришло письмо, то есть когда вы регистрируетесь, вам приходит приветственное письмо на почту, но не можете по какой-то причине войти, то есть третий раз ввели, четвертый раз ввели, ну не получается. Значит, посмотрите, возможно, у вас что-то не так с браузером, или это не тот браузер, который я указал ранее,
Или еще бывает момент, браузеры отключены куки. Если в браузере отключены куки, также возможны различные проблемы при входе. Но чаще всего они стоят по умолчанию у любого человека. Хорошо. Нажимаем кнопочку «Войти в кабинет». И после этого вы попадаете в так называемую промежуточную рекламную страницу. Вы здесь видите, что идет таймер. И только после завершения таймера появляется кнопка «Мой кабинет». Что это за страница? Ну, если забегая вперед, то это один из инструментов продвижения сообщества генератора трафика. То есть любой пользователь может здесь разместить свою рекламу. И каждый человек, независимо новый он или просто уже обычный пользователь, который каждый день входит для работы в генератор трафика, они все будут видеть вашу рекламу. То есть преимущество данной рекламы в том, что человек со свежим взглядом, как бы только, ну, его еще внимание не замылилось всей рекламой, которую он впоследствии увидит. И вы ему здесь показываете, первое, что здесь он видит, это ваша реклама. Соответственно, намного более вероятный шанс, что эта реклама на него подействует, что она будет эффективной и что привлечет она свое внимание. Значит, на данный момент здесь рекламы нет, а есть просто заставка стандартная, что на данный день реклама не куплена. Она показывается на 24 часа. Значит, более подробно об этом инструменте я расскажу именно в разделе «Инструменты». Также здесь вы видите баннер. Это тоже рекламный инструмент. Это один из пользователей. Пользователь приобрел баннерную рекламу. И здесь вы видите одно из мест, где показывается эта баннерная реклама. Хорошо. После этого вы нажимаете кнопочку «Мой кабинет» и уже непосредственно попадаете в свой новоиспеченный, вот такой вот красивый и функциональный личный кабинет. Если вы новый пользователь, как вот тот, о котором мы только что вот говорим, вот только что я зарегистрировался, через буквально 3 или 4 секунды у вас здесь появляется подсказка, в которой говорится, что чтобы вы могли пользоваться всем функционалом сообщества, вам нужно стать квалифицированным участником и просмотреть 10 рекламных сайтов уже других участников один раз в 24 часа. Значит, давайте сразу проясним, что такое или кто такой квалифицированный участник, так как это достаточно важный и ключевой термин во всем этом проекте. Квалифицированный участник – это тот участник, который постоянно раз в 24 часа посещает свой личный кабинет в сообществе и за это время просматривает минимум 10 рекламных сайтов других участников. Как это сделать? Если вы видите перед собой вот такую вот подсказочку, тут уже есть как раз кнопочка «Начать серфинг». Серфинг, другими словами, это просто просмотр или листание сайтов, используя интернет. Давайте нажмем на эту кнопочку и посмотрим. После того, как вы нажали кнопочку «Начать серфинг», вы перед собой видите вот такое вот фрейм-окно. Вот она как раз помещается ровно в окно видеосъемки. Это фрейм-окно, специальное окно для показа сайтов или рекламного контента участников другим участникам. Почему я заостряю внимание именно на устройстве и на этом фрейм-окне? Оно сделано таким образом, что как бы не вы попадаете на сайт того человека, который показывает вам рекламу, а сайт этого человека подгружается в это фрейм-окно. И в поисковиках, если вы потом этот человек посмотрит посещаемость, он как раз увидит, что были именно посещения сообщества генератора трафика. Мы как раз тестируем эту особенность, и вот последнее время, последние несколько месяцев отмечаем, что люди, которые рекламировали и продвигали у нас свой сайт, они имеют, во-первых, посещаемость
сообщества генератора трафика, и эта посещаемость, она положительно влияет на их рейтинг в поисковых системах. Ну, говоря простым языком, они начали подниматься по поисковым запросам. Итак, давайте детально рассмотрим, что такое фрейм-окно, из чего оно состоит. Ну, в левой части вы видите логотип, здесь вы видели таймер. То есть после того, как этот таймер закончит отчет, то есть вы должны находиться определенное время на этом сайте, и только после этого у вас открывается окно, куда вы можете вбить капчу и нажать кнопочку «Продолжить». Значит, в правой части данного фрейм окна вы видите вот такое вот рекламное объявление. Это еще один инструмент сообщества, называется текстовое объявление. И вы здесь видите текст желтым цветом на синем фоне. И вот этот вот прямоугольничек, он кликабельный. Также иногда на этом месте появляется и обычный баннер. То есть они меняются в случайном порядке. Текстовое объявление и баннер, они могут не совпадать с тем, что вы видите в основном фрейм-окне. Хорошо. В самом правом верхнем углу вы видите аватар человека, который разместил данную рекламу, имеется в виду именно основную рекламу, и его логин. Спускаемся ниже. Значит, под логотипом вы видите надпись «Рейтинг текущей рекламы». И тут вы видите 3,7 и монетку. Если мы опустим глаза в правый нижний угол, мы увидим, что есть здесь такая строка, на которой расположены монетки для оценки. То есть таким образом любой пользователь может оценить ту рекламу, которую он сейчас видит на экране. Ну, например, вам понравилась эта реклама, например, вы участвуете в этом проекте, и вы говорите, да, всем надо участвовать в этом проекте. Или вам понравился дизайн, или вы знаете владельца этой рекламы. Вот все что угодно. Вы берете и нажимаете на монетку. Соответственно, вы поставили оценку этому сайту. И таким образом вы видите здесь рейтинг текущей рекламы. То есть это совокупность всех оценок, поделенная, ну, соответственно, на количество. То есть у данной рекламы рейтинг 3,7. Хорошо, дальше вы видите надпись «Категория рекламы». Любой пользователь, который загружает свою рекламу в сообщество, имеет возможность присвоить своей рекламы категорию. То есть там есть уже определенный набор категорий, и вы можете выбрать, это может быть там путешествие, интернет-магазин, криптовалюта, все что угодно. И другой пользователь может выбрать для себя те категории, которые ему интересно было бы смотреть в этом фрейм-окне. Ну, например, ну, его не интересует все подряд, он именно хотел бы по криптовалюте. И у него здесь будет выбор криптовалюты. Сейчас, возможно, на следующих окнах мы это увидим. То есть, таким образом, мы даем возможность людям, которые смотрят рекламу, ищут для себя подходящий проект или что-то еще, именно выбирать из всего обилия рекламы. Это очень удобный и интересный инструмент. Кстати, так же, как и рейтинг текущей рекламы. Так как именно по нему вы можете прикинуть, стоит ли обращать внимание на этот проект или этот проект не очень. Ну, например, если вы видите, здесь единица. То есть это вам говорит о том, что много людей поставило единичку данному проекту и, ну, наверное, не стоит погружаться и рассматривать этот проект в качестве заработка. Хорошо, в правой части вы видите, ну, это такой схематичный глазок, показывает то, что вы просмотрели одну рекламу. Ну, здесь идет спасибо за просмотр этого сайта. Хорошо, ниже вы во фрейм-окне, соответственно, видите сам сайт, который рекламирует участника. Вы можете его пролистать, вы можете его посмотреть, вы можете кликнуть, соответственно, все работает. В левом нижнем углу вы видите надпись «Перейти на сайт». То есть, соответственно, если вы нажмете на эту иконку, то вы перейдете на этот сайт уже вовне. То есть вас перекинет непосредственно на этот сайт, минуя во фрейм-окно. Например, вас заинтересовал этот сайт, но вы хотите быстро сделать свою квалификацию
и уже пойти по своим делам. Соответственно, вы просто открываете этот сайт в другом окне, делаете закладку, и здесь двигаетесь дальше. Следующая вкладочка меню – это «Добавить в избранное». То есть, если вы нажмете на нее, у вас там в меню есть вкладочка «Избранное», и туда добавится этот сайт. То есть, например, он вас заинтересовал, и вы хотели бы на будущее его отложить, чтобы потом не искать его, а уже посмотреть именно из меню «Избранного». Очень удобный инструмент, ну, своего рода закладки. Хорошо. Следующее. Визитка рекламодателя. Это очень интересный инструмент. Вот у данного человека, рекламу которого мы сейчас смотрим, у него нет визитки, поэтому здесь надпись не мигает. Если бы у него была визитка, надпись бы у него мигала и говорила о том, что вот эта иконка активна. Значит, что такое визитка, какое дело, для чего она нужна, мы поговорим чуть позже. Но тем не менее, вы можете, если эта визитка активна, кликнуть, перейти и посмотреть на визитку этого человека. Там будет его расширенная фотография, его контакты социальных сетей, описание полного проекта или проектов, ну, еще разная информация. Хорошо, дальше двигаемся. Здесь идет рейтинг рекламодателя. Это то же самое, что и рейтинг текущей рекламы, только рейтинг его как рекламодателя. То есть это сумма всех рейтингов его рекламы. То есть вы по нему можете судить, насколько успешно человек рекламируется, насколько у него высок рейтинг, и тоже имеет смысл обращать внимание на его рекламу, связываться ли с ним через визитку или не связываться. Ну и в правом углу нижнем вы уже видели тут монетки. Сейчас уже монетки нет. Здесь вы можете оценить данный сайт. Хорошо, давайте посмотрим еще. Набираем капчу, нажимаем кнопочку «Продолжить». У вас появляется три кнопки. Здесь появляется надпись «Спасибо, вам начислены кредиты». Значит, кредиты – это еще один из ключевых моментов данного проекта. Что такое кредит? Кредит – это то же самое, что показ вашего сайта. Один рекламный показ одному пользователю. Соответственно, если у вас, например, на счету есть 10 кредитов, вы имеете возможность показать свою рекламу, присвоить своей рекламе 10 кредитов, и она 10 раз будет показана различным пользователям. За каждый просмотр рекламы в серфинге, вот то, что мы сейчас с вами делаем, вы получаете кредиты. Количество кредитов зависит от того, какой статус рекламодателя вы имеете в проекте. Это мы тоже обсудим дальше. Просто вам надо запомнить, что есть такое понятие кредиты. Кредиты – это показы вашего сайта. И эти кредиты можно как пополнять совершенно бесплатно, просматривая рекламу других участников, так и просто приобретать, если вы хотите просто рекламироваться. Как раз вот здесь вот есть кнопочка «Купить кредиты». Хорошо. Здесь вы можете вернуться в личный кабинет, но так как мы не просмотрели еще 10 реклам, чтобы стать квалифицированными, мы нажимаем «Следующий сайт». Вот открылся следующий сайт, опять идет таймер. Таймер именно показа в серфинге, он 20 секунд, то есть 20 секунд вы должны находиться на сайте. Здесь вы видите рейтинг уже этого рекламодателя. Здесь категория рекламы «Инвестиционные проекты», то есть человек не поленился, вот этот, и добавил категорию к своей рекламе, и люди, которые ищут именно инвестиционные проекты, они, соответственно, будут видеть его рекламу. Здесь вы видите, что вместо текстового объявления уже появился баннер, обычно стандартный. Ну, здесь опять появились монетки. Визитка рекламодателя неактивна, тоже нету. Давайте еще один посмотрим сайт. Ну, также начал нам показываться сайт, также 20 секунд. И также здесь визитка рекламодателя неактивна. Ну, видите, что человек сделал грамотно, то есть у него не только открывается сайт, но и запускается видео. Отдельный момент. Что вы можете показывать вот в этом фрейм-окне? То есть что вы можете загружать,
в виде рекламы для показа другим пользователям. Это могут быть как страницы захвата, вот типа таких. Это может быть видео с YouTube. Но сразу оговорюсь, там есть несколько моментов при загрузке. Это может быть ваша статья блога. То есть вы блогер, вы хотите показать людям свою статью, вы также можете ее сюда загрузить, и она будет здесь отлично показываться. Вы даже можете загрузить сюда свой пост с Фейсбука, и он тоже будет показываться. То есть огромное количество различных вариантов, что вы можете здесь показать. Обращаю внимание, из-за специфики устройства вот этого вот фрейм окна, некоторые сайты могут здесь не показываться. И вместо них вы будете здесь видеть белое пустое окно. Об этом я как раз расскажу чуть позже при загрузке рекламы и подскажу, как с этим справиться. Хорошо, давайте последний сайт посмотрим. Может быть, нам удастся посмотреть чью-то визитку рекламодателя. Нет, пока нам не видно. Хорошо, тогда я сейчас сразу, чтобы не задерживать ваше время, переключусь на 10-й просмотренный сайт, и мы как раз посмотрим, что нам делать дальше. Ну что, друзья, вот мы с вами добрались до 9-го предпоследнего сайта. Нажимаю кнопочку «Продолжить». Следующий сайт, и показывается нам 10-й последний сайт для квалификации. К слову скажу, что вы можете просматривать здесь любое количество сайтов. Можете хоть целый день просматривать сайты, сколько вам влезет. И за это вы также будете получать кредиты. Это как раз вопрос о том, сколько можно просматривать сайтов и сколько можно получить кредитов. Здесь вы вольны делать это сколько угодно, нет таких ограничений. Значит, пока серфил, отметил еще два момента, которые хотел бы вам указать. Первый. Иногда бывает так, что вместо каких-либо сайтов вы здесь видите просто белое окно. Это говорит о том, что сайт не показывается, ну, стоит блокировка от показа в таких вот фрейм-окнах. То есть это как бы проблема того сервиса, где установлен этот сайт. То есть наше окно, оно показывает все, что угодно, все, что разрешено к показу. Если на том сайте стоит блокировка, то оно просто не будет показываться, здесь будет просто белое окно. Второй момент. Иногда бывает так, что очень долго грузится какой-то сайт. Вы прям видите, что тут крутится, что-то крутится, никак не может подгрузиться. То есть бывает так, что какие-то, ну, или проблемы с хостингом, или с сервером, и сайт не отображается. Некоторых людей это очень расстраивает, они сразу пишут там техподдержку, у вас иногда сайты зависают и все такое. Да, поймите, что это проблема именно тех сайтов. То есть они плохо грузятся, это говорит о том, что у них низкая пропускная способность. И все, что вам нужно сделать, если вы видите, что сайт долго грузится или здесь белое окно, просто нажмите F5, страница обновится, и вы начнете видеть просто следующий по порядку сайт, а тот сайт показан не будет. Хорошо, ну что, мы видим, что здесь уже 10-й сайт, здесь набираем 79-25, нажимаем кнопочку «Продолжить» и возвращаемся в личный кабинет, так как мы теперь квалифицированы. Хорошо, чуть-чуть промотаем вниз, и здесь мы увидим, что появилась кнопочка «Вы квалифицированы». И начался отчет таймера ровно 24 часа. То есть видите, что осталось 23 минуты, 57 минут до завершения вашего статуса, и показывается, когда завершается квалификация. То есть в этот период вы можете спокойно действовать в своем личном кабинете, имеете доступ практически ко всем бесплатным функциям и можете здесь спокойно рекламироваться. Хорошо, ну что, давайте теперь я сделаю небольшой обзор личного кабинета. Значит, первое, что вы видите после того, как вы зарегистрировались и сделали квалификацию, это что здесь вот как раз перед глазами вот такой вот опрос.
Ну, вы можете ответить, например, рекламировать свои проекты. Нажимаете «Голосовать». После этого этот вопрос пропадает, и вы его больше не видите. Значит, ваш личный кабинет состоит из двух основных частей. Первое – это вот такое вот информационное поле синего цвета, или как бы меню. Она тянется вниз, а также тянется слева направо. И основное поле или главная страница вашего личного кабинета. Она также вот сюда тянется вниз. Значит, вверху вы видите следующие кнопки. Первое – это «Мой кабинет». То есть с помощью этой кнопки вы можете вернуться с любой страницы именно на главную страницу. То есть вам не надо нажимать стрелку обратно, просто нажимаете «Мой кабинет» и возвращаетесь всегда на эту главную страницу. Эта кнопочка «Начать серфинг» – это начать просмотр рекламы других участников, то, что мы только что с вами сделали, и с помощью этой кнопки вы можете это делать в любой момент. А также желтая кнопочка «Пополнить счет» для того, чтобы вы могли приобрести рекламу. Ну, об этом мы поговорим позже. В правом углу вы видите кнопочку «Помощь». То есть, если вы на нее нажмете, то у вас формируется окно для того, чтобы вы могли написать техподдержку. Мы видим в техподдержке ваше сообщение, а также видим, от какого человека это пришло по логину, и стараемся максимально быстро помочь вам и ответить на ваши различные вопросы, присылая всякие подсказки, тексты и все, что нужно для того, чтобы вам помочь разобраться. У нас несколько человек работают в техподдержке, мы стараемся как можно быстро. Иногда это происходит буквально в течение часа, иногда, например, в течение нескольких часов. Поэтому используйте. Мы будем рады, что вы задаете нам вопросы и пытаетесь разобраться. Хорошо, это вкладочка, ну, соответственно, «Выйти». Значит, вот здесь вот, в нижней части этого синего поля, вы видите несколько статистик. Первая – это статистика, сколько всего просмотрено в рекламе в сообществе генератора трафика. То есть, и этот обзор актуален на 4 апреля 2017 года. И мы показали уже 1 миллион, ну, 1,5 миллиона с копейками рекламы. А здесь ниже показано, сколько просмотренной рекламы именно за сегодняшний день. 6916, где-то в среднем до 15 тысяч доходит. То есть, ну, достаточно прилично мы показываем рекламы. Хорошо. В левом верхней части, в левой верхней части вот этого синего поля вы также видите несколько инструментов для анализа и статистики. Ну, во-первых, соответственно, какой сегодня день и время, ваш логин, под которым вы зарегистрировались, ваш спонсор. Если, например, ваш спонсор – это не генератор трафика, не генератор Т, а кто-то другой, то у вас здесь будет вот такой маленький конвертик белый. Если вы его на его, если вы на него кликнете, у вас сформируется окно, с помощью которого вы можете написать своему спонсору, то есть обратиться, сказать: «Ну, дорогой мой человек, раз ты меня пригласил, давай помогай мне разобраться в этом проекте». Проект не маленький, в проекте много функционала. То есть с момента, как мы его задумывали и создали в первоначальном варианте, прошло полгода, и он очень сильно разросся. Мы дополняли его, чтобы улучшить сервис и качество обслуживания наших пользователей. Хорошо, здесь дата, когда вы зарегистрировались, последний раз, когда вы были. Здесь статистика, сколько всего участников на данный момент в проекте. В проекте на данный момент 5513 участников. Это небольшая сумма, но если учесть, что мы в тестовом режиме запустились в августе месяце, 1 августа мы провели первую акцию и запуск, потом мы все это дело тестировали, отслеживали, устраняли баги, корректировали различные инструменты, дополняли статусами. И на самом деле полный функционал и тот вид проекта, который вы видите сейчас, он появился именно 1 января. То есть можно сказать, что по факту проекту, ну, около 4 месяцев. И, ну, тогда эта цифра уже не такая уж и маленькая.
Чуть ниже вы видите количество новых участников за сегодня. Где-то в среднем регистрируется по 10, 15, 20 человек в день. Иногда это бывает 50, иногда бывает 10, ну, по-разному. Сразу забегая вперед, напомню вам, что здесь есть партнерская программа, то есть у вас есть своя ссылка уникальная, и с помощью нее вы можете приглашать. То есть получается, что наполнение проекта, этого сообщества, участниками происходит по двум основным каналам. Первое — это мы, как руководители, как создатели проекта, рекламируем его. То есть у нас есть в социальных сетях различные баннеры, пресс-релизы, видео, видеоканалы, рассылки. Второй способ — это наши участники строят свои партнерские структуры и другим рассказывают о том, что есть такой замечательный проект, и можно принять в нем участие и зарабатывать. Хорошо. И здесь показаны ваши рефералы онлайн. То есть на данный момент сколько у вас рефералов. Реферал — это тот человек, который зарегистрировался именно под вами. То есть на данный момент, ну, тут рефералов 0 и, соответственно, 0. Хорошо, давайте дальше пробежимся. Значит, здесь такое вот есть вот поле, куда вы можете разместить свою фотографию, аватар. Как это сделать, я расскажу чуть позже. Ну, здесь приветствие вас, ваш статус free. Еще раз забегая вперед, скажу, что на данный момент есть несколько статусов участников. У всех есть разные привилегии, разные преимущества. Самый простой, бесплатный — это статус free. Но уже именно, уже даже с помощью него вы можете создать огромный поток посетителей на свой сайт, на свою рекламу. Хорошо, дальше показывается ваш рейтинг рекламодателя, о чем я говорил, как раз выставление вот этих оценочек и суммирование их. И все, что вы видите ниже, это уже разделы под меню, непосредственно функционал данного проекта, который разделяется на основные части. Значит, вот эта часть — это основные настройки данного проекта. Эта часть для рекламодателей. Эта часть для потребителей рекламы, для людей, которые пришли сюда подыскивать себе дополнительный источник дохода или дополнительный проект, который, ну, дополнительный бизнес. Это для партнеров, это люди, которые настроились на построение своего бизнеса на базе генератора трафика, которые строят свою партнерскую структуру в генератор трафика, именно на этом зарабатывают. И последний инструмент, но на самом деле один из самых мощных инструментов, это платные задания. Значит, каждую страницу мы с вами чуть позже рассмотрим, а сейчас мы по основному полю главной страницы личного кабинета также пробежимся. Значит, вот здесь вот на желтом фоне вот такое яркое объявление, которое бросается в глаза, это сообщение от администрации генератора трафика. То есть какие-то сообщения об акциях, о каких-то розыгрышах, о какие-то напоминания, какие-то важные сообщения, они выносятся вот сюда. Это сделано специально, потому что, ну, первое, куда ты попадаешь, когда ты попадаешь в кабинет, на что падает взгляд, именно на это место. Поэтому оно здесь такое яркое и, можно сказать, даже, ну, привлекает внимание. Ну, обычно здесь всякие очень интересные вещи пишутся, и вы никогда не пропустите. Ну, дальше идет поле, где вас приветствуют, желают вам удачного дня. Здесь есть кнопочка «Видеообзор сообщества». Если вы на нее кликните, то вы увидите небольшой такой общий обзор нашего сообщества, который записан со слайдами. Там рассказывается как раз, что можно в сообществе зарабатывать, что можно размещать рекламу, можно строить структуру. Это такая маленькая концентрированная часть, как бы, по сути. Хорошо, спускаемся ниже. То, что вы видите дальше, это называется, это также рекламный инструмент в сообществе, и он называется «Интерактивное объявление». Значит, логика его какова? Если вы, например, смотрите различные кабельные каналы или, может быть, MTV, Муз-ТВ, вы иногда видите, что снизу появляется такая строка, и там различные объявления от пользователей. Иногда туда пишут всякую хрень, иногда какие-то вещи рекламные. Вот. То есть пользователь может с помощью мобильного телефона оплатить, и его объявление
показывается как раз в телевизоре в нижней части. Это называется интерактивное объявление. По этой же логике здесь дело у нас сделано. То есть любой человек может разместить здесь свое интерактивное объявление. Для этого он нажимает кнопочку «Подать свое объявление». Стоит это всего лишь 10 рублей. Нажимает, загружает и появляется. И оно висит здесь до того момента, пока следующий человек не разместит такое же объявление. Например, человек зашел, о, видит, интересно, раз прочитал, я хочу тоже свое разместить. Нажимает «Подать объявление», оплачивает, и сразу же здесь меняется. И появляется уже ваше рекламное объявление. Здесь вы видите человека, который показывает свое объявление. То есть, и даже он видит это рекламное объявление и видит, что оно показывается. Значит, плюс этого объявления в чем? В том, что иногда это объявление может висеть до 3-4 часов. То есть вы написали что-то яркое, что-то интересное, и оно висит, висит, пользователи входят и прям заинтересовываются. Ну, отметь, что оно кликабельное. Если вы на него кликнете, то, соответственно, перейдете на сайт или проект этого человека. Это основной плюс. То есть оно... Ну, с другой стороны, и любой человек может раз перебить ваше объявление, и, соответственно, оно может провисеть не больше минуты. Хорошо, спускаемся ниже. Ниже вы видите рекламный инструмент, который называется текстовое объявление. Значит, это второе место, где показываются текстовые объявления. Значит, первое, это мы видели в окне серфинга в правом углу. Оно меняется иногда с баннера. А это второе место. То есть тут показывают 4 текстовых объявления. Они сделаны по аналогии, как вот Яндекс.Директ. То есть вот эта ссылка кликабельная, а дальше идет текст. То есть любой человек может разместить. Его основной и главный плюс — это в том, что если, к примеру, ваш сайт не подгружается в фрейм-окно, ну никак не встает, ну там стоит блокировка, то есть бывает такое, и вместо него все время белое окно, то вы можете его привязать к текстовому объявлению. И тогда люди будут попадать непосредственно на ваш сайт. Кстати, этот же плюс большой и интерактивного объявления. То есть его не надо показывать во фрейм-окне, вы просто переходите напрямую на этот сайт и получаете, как бы, ну, посетителей с помощью этого. Хорошо, значит, текстовое объявление разобрались. Значит, каждый инструмент более детально мы будем уже ниже рассматривать. Следующий идет. Вот эта вот зеленая полоса, она показывает, сколько на данный момент у вас есть кредитов. Напоминаю, кредиты — это показы вашего сайта, который вы зарабатываете, просматривая сайты других участников. Количество мы обсудим позже, но суть такова. Вы смотрите, получаете кредиты. Значит, на данный момент у меня имеется 55 кредитов. Если вы только что зарегистрировались или вы хотите зарегистрироваться, смотрите этот обзор для этого, то вы получаете 50 кредитов в подарок. Это в чем фишка? Например, вы узнали о проекте, вы зарегистрировались, вы быстро просмотрели рекламу других участников, и у вас уже на счету есть 55 кредитов. То есть вы можете, не вкладывая ни копейки, разместить свой сайт, я покажу чуть позже, как это делается, и уже 55 раз его показать, получить 55 показов, то есть не вкладывая ни копейки и потратив на это всего лишь 10 минут. То есть в этом огромное преимущество. И так мы делали специально для того, чтобы, ну, не было такой, ну, мне, чтобы рекламировать, мне нужны деньги, или там, это, наверное, затратно. Пожалуйста, заходите, получайте 55 кредитов, сразу же размещайте свою рекламу и рекламируйте. А там дальше разбирайтесь с проектом. Очень удобно. Кстати, для того, чтобы разместить свою рекламу, вы можете и кликнуть по этой ссылочке. Хорошо, двигаемся дальше. Значит, ниже идет баннер. Это баннер самого большого размера. Это единственное место, где он показывается. Это также рекламный инструмент. То есть оплата идет за клик по баннеру. И он также удобен, если, например, ваш сайт не показывается во фрейм-окне. Вы можете, например, или вы хотите направить человека на вашу страницу в соцсетях. Потому что соцсети не дают нам отображать их во фрейм-окне. То же самое, например, у вас рекламное есть объявление с Авито. Авито тоже не показывается во фрейм-окне. Вы просто делаете вот такой баннер, благо сейчас сотни различных онлайн-сервисов, которые позволяют сделать не только, не просто простой баннер,
А даже флеш-баннер, или, ну, который будет с картинками, двигающимися, меняющимися. Хорошо, знаешь, это большой баннер. Дальше идет приветствие. И это как раз приветствие, это поле сделано для тех людей, которые новички. Например, вы зашли, вы просмотрели вниз, и вам попался текст. И тут приветствие. Тут приветствие как раз от меня, от руководителя. У нас как бы в проекте огромный плюс в том, что у нас все руководители, они полностью известны. То есть нет никакой какой-то скрытой линии, кто там этим всем руководитель и все такое. То есть вы можете перейти ко мне на страницу, связаться со мной, написать. То есть все знают, кто руководит проектом, задают мне вопросы, от кого исходит официальная информация. Это огромный плюс. То есть полностью все понятно и известно. Хорошо. После этого здесь сделана вот такая вот памятка, которая поможет новым участникам сориентироваться в данном проекте. Как вы видели, здесь огромный объем различной информации, баннеры, что-то мигает, какое-то меню, фотографии и все такое. И здесь как раз созданы первоочередные шаги для каждого участника. Памятка. В первую очередь вам надо стать квалифицированным участником. Это вот только что мы как раз с вами сделали. Стали квалифицированным участником. И вот здесь вот такая подсказочка. Вот все, что вы видите в проекте с вот таким значком, это говорит о том, что здесь есть подсказка. Кликаете на нее и видите, что открывается вот такой вот слайд. Здесь достаточно просто и информативно показано с картинками и дается информация по данному текущему моменту. Теперь разместите рекламу тоже. Потом ознакомьтесь со статусами, и таким образом вы можете пробежаться по всем, и выполняя каждый шаг, вы просто сориентируетесь в этом проекте. Мало того, для того, чтобы людям еще проще было разбираться, мы здесь сделали словарь. То есть, если вы кликните, у вас откроется словарь, который вы можете скачать или просмотреть в интернете. И здесь мы разместили все как раз слова, вот эти кредиты, серфинг. И не только слова, а в целом слова, относящиеся к инфобизнесу. Капча, квалификация с картинками, и даны дефиниции для данного проекта, для каждого слова. Поэтому вы можете быстренько пробежать его, выяснить, что вам непонятно, и начать больше ориентироваться. То есть огромный плюс нашего проекта еще и в том, что мы не ориентированы на людей, которые 100 лет уже в инфобизнесе, которые зашли и сразу разместили рекламу, все знают и все такое. Мы в том числе ориентируемся и заботимся о наших новичках. То есть нам очень важно, чтобы человек сразу понял. Потому что понимание дает возможность ему выполнять сразу правильные действия, не терять время и сразу же начать зарабатывать. Хорошо, чуть ниже вы, соответственно, видите панели, о которой мы уже говорили. Это где ведется отчет квалификации. Хорошо, кнопка денежной ссылки находится здесь. Это отдельный момент. Значит, как я уже говорил выше, что одна из целей нашего проекта — это помогать людям зарабатывать на рекламе. И перейдя по вот этой вот вкладочке, вы попадаете на страницу, где есть и доступна кнопка показа платной рекламы. То есть еще один момент: если вы не квалифицированы, то есть если вы не просматривали рекламу, у вас этой кнопки просто не будет. Если вы квалифицированы, то, соответственно, эта кнопочка у вас будет, и если вы на нее нажмете, вы увидите платную рекламу, которую вы можете просмотреть и за которую рекламодатель вам заплатит. Обращаю внимание, платит вам не проект генератор трафика, и не генератор трафика здесь размещает свою рекламу, а обычные такие же пользователи, как и вы. И поэтому платят за просмотр данной рекламы именно обычные пользователи. Хорошо, это отдельный инструмент, очень функциональный, очень важный, и о нем мы поговорим чуть позже в разделе «Инструменты». Возвращаемся в мой кабинет. Как бы исторически сложилось, что когда мы этот проект запускали, сама вот эта кнопка длинная, которую вы здесь вот так вот видите, она изначально находилась вот здесь вот.
И когда человек был квалифицированным, она появлялась. Когда человек был неквалифицированным, она пропадала. Но потом, из-за того, что функционал наш расширялся, через какое-то время мы ее перенесли на отдельную страницу, чтобы добавить описание. И сразу же в техподдержку посыпались вопросы, а куда делась кнопка, а что с платной рекламой и все такое. И мы для того, чтобы сымитировать эту кнопку, на этом же месте просто оставили такую надпись именно для старожилов нашего проекта, чтобы они не беспокоились и могли сразу же приходить. Ну, потом это как-то вот устоялось, и мы уже решили так здесь и оставить. Хорошо, спускаемся ниже. Чуть ниже вы видите два счета. Это тоже два основных ключевых момента, которые вам нужно знать для работы успешного генератора трафика. Первый – это счет рекламодателя. Вот здесь вы видите подсказочку с полным описанием, что такое счет рекламодателя. И он ведется в RE. RE – это рекламные единицы сокращенно. То есть отдельно о счете рекламодателя мы поговорим уже больше, когда будем говорить, как размещать рекламу. И второе – это личный счет. Личный счет, также у него здесь есть подсказочка, можете ознакомиться. И так как вы находитесь на статусе free, как вы уже видели, а это самый простой статус, это, скажем так, ознакомительный статус, то у вас здесь есть кнопочка «Пополнить». А если вы переходите на статус выше, есть такой статус free plus, то у вас здесь добавляются еще кнопочки. Кнопочки «Обменять» и кнопочки «Переслать». Давайте вкратце поговорим более детально о счете личного счета. Наш личный счет – это просто ваш счет в этом сообществе, ваш как бы баланс. Он ведется в GT. GT – это сокращение от GT, генератор трафика, и ведется в виде вот таких вот монеток. Вот если вы более детально рассмотрите монетку где-то на картинке, вот даже она здесь есть на логотипе у нас, то там вы увидите, что там внутри написано циферки, буковки GT, то есть генератор трафика. И это личный счет ведется GT. Таких вот мы их называем бонусные жетоны, потому что это не деньги. Это бонусные жетоны. И именно с помощью этих бонусных жетонов или GT вы и оплачиваете здесь рекламу, вы используете их для перевода другому участнику, вы получаете в них вознаграждение, вы делаете различные приобретения. То есть это внутренняя такая валюта своего рода, которая именно котируется только в генератор трафика. Также именно эту внутреннюю валюту, возможно, у вас вопрос, что с ней сделать, если у вас здесь накопилось, вы можете обменять на рубли. То есть чуть позже в этом видео, когда мы войдем в другой аккаунт, который будет более продвинутый, вы здесь увидите, что есть кнопки именно обменять. Вы нажимаете на кнопочку обменять и обмениваете эти бонусные жетоны на рубли. То есть на сегодняшний день есть возможность это сделать как в Яндекс.Деньги, так и в WebMoney. Поэтому проблем никаких нет. Единственное ограничение, только от 100 бонусных жетонов обменивается. Хорошо, для того, чтобы пополнить свой личный счет, так называемый именно, вы можете воспользоваться или кнопочкой «Пополнить счет», или кнопочкой «Пополнить» вот здесь вот. Ну давайте кликнем, посмотрим. Кликаете, что вы видите? Вы видите окно «Пополнение баланса», и здесь вы вставляете ту сумму, на которую хотите пополнить, например, 1000 рублей. Выбирайте способ оплаты, а сейчас доступны Яндекс.Деньги, банковская карта, Альфа-клик, кошелек, Киви, и нажимаете «Пополнить». У вас открывается окно, то есть это полностью все официально. Мы работаем официально через Яндекс.Кассу, выплачиваем соответствующие налоги с каждой оплаты, у нас договор с Яндекс.Кассой. Также недавно у нас была активирована возможность оплаты с европейских карт. Чуть позже нам пообещали с американских карт, так как у нас много партнеров именно из-за рубежа. И таким образом вы пополняете данный счет. И эти деньги, эти 1000 рублей,
появляются у вас на личном счету. И вы уж можете расходовать их или на рекламу, или на платные задания, на все что угодно. Ну, чуть позже вы сами поймете. Хорошо, двигаемся дальше. Здесь следующее поле, в котором вы видите 6 баннеров рекламных. И это единственное место, где показываются квадратные баннеры. То есть прямо под счетом рекламодателя и личным счетом. То есть вы можете, это рекламный инструмент, такой же, как и большой баннер, только вот баннеры вот именно прямоугольные. Потому что у некоторых людей и их проектов есть именно вот такие вот прямоугольные баннеры, которые, ну или квадратные, которые именно вот только единственные и никаких других нет. И они могут их разместить вот здесь. Вот видите, некоторые сделали вот такие красивые, прям, ну, иногда даже хочется кликнуть, чтобы просто посмотреть, о чем тут вообще ведется речь. Ну, то есть срабатывает. Хорошо, чуть ниже вы видите поле статистик. То есть это статистики для вашего анализа. И у каждого поля есть надпись. То есть жетоны за платные задания. То есть все выведенные жетоны из проекта. Это единственное, что у вас будет. Вот такая вот цифра, не ноль. Здесь показана вся сумма, которую на данный момент пользователи обменяли. То есть вот с помощью вот этой вот кнопочки здесь обменять, они жетоны обменивают на рубли и выводят. Ну, это вывод, грубо говоря. То это единственная цифра, которая на данный момент у вас будет вот, вот такой вот. Все остальное у вас будет нули. Здесь вы также видите подсказки. И кликнув на эту подсказку, вы можете здесь прочитать, что значит то или иное поле. Хорошо, спускаемся ниже. Вот здесь очень важный момент. Если вы особенно настроены строить свой бизнес на базе генератора трафика, значит, что вы делаете? Значит, вы копируете и продвигаете свою партнерскую ссылку. Это уникальная партнерская ссылка. То есть любой человек, который перейдет и зарегистрируется по именно этой ссылке, попадет обязательно к вам. Давайте посмотрим, как это работает. Например, выделили, копировали. Человек хочет зарегистрироваться. Да, и мы видим, что вас пригласил в сообществе Иван279. Вкратце расскажу, как работает этот инструмент. Значит, человек, который переходит первый раз по вот этой вот вашей ссылке, у него в куках, в истории этого посещение данного сайта, сразу же прописывается, что он перешел именно по вашей ссылке. И если, например, он сразу не зарегистрировался, а зарегистрировался, например, ну там отвлекся, ушел пообедать, вернулся и опять зашел на этот сайт, то он все равно попадет к вам. То есть это такой способ, который применяет все партнерские программы. Но если, например, человек до того, как перешел по вашей партнерской ссылке, уже был на сайте генератор трафика, ну, например, случайно зашел, или его другой человек приглашал, то в куках могут прописаться именно его ссылки и просто генератор трафика. И, соответственно, тогда он может не попасть к вам. Ну, так редко, но бывает. Поэтому мы что рекомендуем нашим партнерам? Первое. То есть лично старайтесь регистрировать партнеров. Старайтесь лично это делать. Особенно если это ценные партнеры, это лидеры, которых вы хотите воспитать в генератор трафика, прям проверяйте. Если вышло так, что вы точно знаете, что человек зарегистрировался, он вам говорит, что я зарегистрировался, но вы не видите, то есть он мимо вас, и у него стоит, например, генератор трафика, именно в этом самом, как спонсор, вы срочно пишите в техподдержку, пишите его логин, и мы обязательно вам переставим, не переживайте. Хорошо. Также для упрощения продвижения и приглашения партнеров на вашу ссылку мы создали вот таких вот несколько страниц захвата. Ну, давайте одну посмотрим. Например, такая страница захвата. Вы можете копировать этот адрес, продвигать. То есть они сделаны по трем разным темам. То есть как рекламировать интернет бесплатно. И человек может посмотреть это видео. Если его заинтересует, он нажимает кнопку «Да, я хочу рекламировать», и здесь вшита ваша партнерская ссылка. То есть таким образом мы постарались создать все условия для продвижения, и чтобы у вас была возможность привлекать как можно больше партнеров в наше сообщество и расти.
И в самом низу вы видите баннер. Такой баннер есть практически на всех страницах. Это называется баннер среднего размера. Это также инструмент, и также он кликабельный. И также вы можете клики на него приобрести в разделе инструмента. Хорошо, значит, мы с вами пробежались. Я вам рассказал про главную страницу, значит, вашего личного кабинета. А сейчас мы пройдемся уже по каждому инструменту, по каждой вкладке меню. Я вам расскажу, как что и создавалось, зачем это нужно и как это можно использовать. Начнем мы рассматривать меню в статусе Free, а чуть позже мы перейдем в другой аккаунт. Я вам покажу, как тот же самый функционал работает в другом, более привилегированном аккаунте. Хорошо, ну что, давайте продолжим с меню. Первое, новости сообщества. Если вы кликните на эту ссылку, вы попадете на внешнюю страницу сайта, где вы можете ознакомиться с последними новостями нашего сообщества. В среднем новости мы выпускаем где-то 1-2 раза в неделю. У нас постоянно идут всякие обновления, акции, улучшения. Мы здесь их размещаем. То же самое вы можете сделать, если вы попали, например, на главную страницу сайта. Вот вниз прокрутить, и вы можете здесь нажать на ссылочку и попадете на те же самые новости. Хорошо. Значит, следующее. Настройки профиля. И эта вкладочка очень важна, особенно если вы только что зарегистрировались. Нажимаете «Настройки профиля» и попадаете на страницу, где находятся поля настройки вашего профиля. Здесь вы можете изменить имя, фамилию, адрес электронной почты. Также можете изменить пароль. То есть, если вы хотите создать новый пароль или вы беспокоитесь за безопасность, вы меняете его раз в месяц, можете здесь создавать. Хорошо, здесь вы можете с помощью вот этой функции установить свою фотографию. Вы нажимаете кнопочку «Выбрать файл», выбираете файл на компьютере и нажимаете кнопочку «Сохранить». После этого у вас появляется аватарка. Мы вам рекомендуем очень настоятельно размещать здесь только нормальные фотографии, никаких там кошечек, собачек, Дед Морозов. Почему? Это не то, что там правила сообщества и все такое. Потому что первое, на что реагируют люди, когда видят вашу рекламу, это ваша аватарка. Если они на аватарке видят нормального человека, там, с семьей, с детьми, ну, просто нормального человека, у них появляется уже некая капля доверия к вашему проекту. Если вы здесь размещаете кошечек, каких-то монстров, ну, вы сами поймите, ну, кто-то будет серьезно относиться к такому рекламодателю. Ну, он видит, что человек относится непрофессионально к своей рекламе. То есть он тебя преподносит не как профессионала. И зачем такому человеку идти в проект? Поэтому это особенный момент, и мы всегда рекомендуем именно размещать нормальную аватарку нормального живого человека. Хорошо, если случилось так, что я выше вам говорил, что есть некий платежный пароль для финансовых операций, и вы вдруг его забыли, и он вам понадобился спустя только месяц, и вы поняли, что вы его не записали, и он не совпадает с паролем для входа в личный кабинет, здесь вы можете его сбросить и получить новый пароль на e-mail. И здесь же вы видите возможность создать вашу личную визитку. То есть визитка – это инструмент, на котором вы можете заявить о себе. Как раз я говорил выше об этом инструменте, о том, что в окне фрейм, во фрейм окне показа рекламы, там как раз есть такая вкладочка «Визитки». И чуть позже я вам обязательно покажу готовые визитки других людей. Чтобы создать визитку, вы можете нажать кнопочку «Создать». У вас появляются поля. Здесь вы можете вбить название вашего проекта, ссылку на проект,
тут есть определенное количество текста, а главное, вы можете ее связать с вашими социальными сетями. Сейчас я вам обязательно покажу, каким образом все это выглядит. После этого вы нажимаете кнопочку «Сохранить», и у вас вот здесь вот появляется ссылочка на эту визитку. И что самое интересное, эта визитка, она никаким образом не привязана к генератору трафика. То есть это совершенно отдельный инструмент. То есть вы можете ее продвигать, вы можете разместить там, ну, какую-то информацию о вашем проекте, продвигать в любых социальных сетях, даже не ссылаясь на генератор трафика. Сейчас как раз вот в ближайшее время мы рассматриваем возможность доработать эту визитку, сделать возможность добавлять туда больше текста, возможность добавлять туда видео, добавлять сюда баннеры. Хорошо, с визиткой мы разобрались, чуть позже тогда я вам покажу, как выглядит непосредственно эта визитка. Двигаемся дальше. Значит, руководство и ответы по вопросу, на вопросы. Ну, здесь все понятно. Здесь как раз есть ссылочки на видео, которые ответят на те вопросы, о которых я в основном как раз здесь и рассказал вот в этой презентации. То есть здесь полезные видео, вебинары, командные встречи. То есть все эти ссылки ведут на видео на нашем официальном канале «Генератор трафика». То есть, если у вас есть возник какой-то вопрос, у вас что-то там не загружается реклама, вы что-то не понимаете, вот, пожалуйста, вы можете. Почему ваша реклама не одобряется? Например, ваша реклама долго висит в статусе «не одобрен». Здесь вы можете получить ответ. Что такое серфинг, кредиты, о чем я рассказал выше. Видео на эту тему снято. Очень такой интересный вопрос, как загрузить видео из YouTube? Потому что видео с YouTube, оно загружается чуть по-другому, чем обычный сайт. Там надо брать не всю ссылку целиком, а определенный кусок этой ссылки. И здесь в видео все показано. Ну, тем не менее, некоторые люди почему-то не смотрят вот эти вот подсказки и пытаются загрузить видео из собственных каких-то соображений, и оно у них не подгружается, его не видно, и, соответственно, оно не одобряется. Хорошо, соответственно, технические вопросы. Вы можете найти ответ на технический вопрос, вы можете найти здесь, никаких проблем нет. Двигаемся дальше. Финансовая история. Значит, в финансовой истории есть два основных поля. Первое – это платные услуги, пополнение, переводы, дата операции. Вы приобретаете рекламу, вы переводите куда-то деньги, выполняете свой счет. Здесь отображается в виде таблицы. Второе поле – это операции по обмену жетонов на рубли. Соответственно, все здесь операции, когда вы будете впоследствии вводить деньги на Яндекс.Мани или Яндекс.Деньги или Веб.Мани, соответственно, у вас здесь будут прописаны все эти операции. Они вот так вот скрываются, чтобы удобно было, можете это использовать. Хорошо, двигаемся дальше. Еще одна вкладка, которая нас выгодно очень сильно отличает от других подобных проектов. Как я говорил выше, мы стараемся не просто заботиться о новичках, но их обучать. То есть генератор трафика – это своего рода обучающая платформа для людей, которые вообще заинтересовались в темой заработка через интернет. И специально для них, ну и для более серьезных людей, мы здесь создали некую академию, в которой разместили бесплатные, вдумайтесь, полностью бесплатные курсы, книги, видео о заработке в интернет. То есть у нас есть хорошие наши партнеры, хорошие наши коллеги, с которыми мы связались и попросили дать несколько их обучающих курсов для нашей академии. Некоторые эти курсы вообще продаются. Тем не менее, здесь они выложены бесплатно. И, ну, академия постоянно пополняется, но тот минимум, который поможет вам сориентироваться в этой теме, как заработок в интернет или инфобизнес, тут есть. Пожалуйста, смотрите, скачивайте, обучайтесь, потому что ваш доход равен тому, насколько вы разбираетесь в этом предмете. И это относится не только к генератору трафика, это относится абсолютно к любому предмету. Поэтому используйте, скачивайте, смотрите. Хорошо, избранная последняя вкладка в наш меню настроек – это как раз то, что я говорил выше. В окне
во фрейм-окне показа рекламы есть такая звездочка, и те рекламы, которые вы сохранили на потом, они здесь как раз будут отображаться в виде ссылок, вы можете их проанализировать и просмотреть позже. Хорошо, переходим к более серьезной части, более главной части. Это инструменты для рекламодателей. Инструменты для рекламы. Часть их я уже упомянул выше, но более подробно мы пробежимся по ним именно сейчас. Значит, вот этот раздел, он посвящен именно рекламным инструментам. То есть рекламные инструменты. Если вы посмотрите, проект в целом, он называется генератор трафика. Генератор – это машина, которая что-то создает. Трафик – это поток людей, поток зрителей, поток посетителей. Соответственно, генератор трафика – это машина, которая создает поток посетителей, поток внимания на вашу рекламу. И цель генератора трафика именно как раз и сделать такой поток как можно больше и более эффективным. Как и любой инструмент генератора трафика, ну, генератор трафика – это просто инструмент. Это не какая-то вещь в себе, это инструмент для того, чтобы вам зарабатывать деньги, продвигая свои проекты. И как любой инструмент, он требует умений и навыков. То есть нельзя от балды там взять плоскогубцы, взять ножовку и начать там что-то пилить. То есть требуется какой-то замысел, расчеты, понимание, для чего это инструменты. Поэтому знать и понимать инструменты генератора трафика очень важно. И вот и именно сейчас вот я попытаюсь вам рассказать полное видение каждого инструмента, для чего он задумывался и как вы его можете применить. Хорошо, начнем мы с того, что здесь в первой вкладке мы увидим таблицу цен на инструменты для продвижения. Здесь вы видите все инструменты, которые на данный момент есть в проекте. Сразу оговорюсь, так как это апрельская запись, возможно, через полгода, а невозможно, а скорее всего так и будет, количество этих инструментов расширится в два раза. Мы очень активно мониторим рынок и смотрим, где что добавляется, новые технологии. Мы очень хотим усилить наше взаимодействие с соцсетями. Поэтому количество инструментов вырастет. И возможно, когда будет смотреть позже это видео, возможно, там уже будет намного в генераторе больше инструментов. Но на данный момент это все инструменты, которые есть. С правой стороны вы видите стоимость этих инструментов GT. GT это то же самое, что рубли, если мы говорили о личном счете. А здесь стоимость этих инструментов в рекламных единицах. Значит, вы видите, что здесь цены абсолютно одинаковые. И, возможно, вам пока непонятно, почему это сделано так. Но чуть позже, когда мы доберемся до статусов, я вам объясню. Единственное, что я хотел бы сейчас указать, а то, что если вы посмотрите на стоимость инструментов, возможно, вы скажете, недорого, но и недешево. То есть это действительно какие-то деньги. 1750 рублей – это деньги. Вот. Но в сообществе есть возможность покупать эти инструменты оптом. И чем больше инструментов вы покупаете за раз, тем цена снижается. И именно про это мы чуть позже будем с вами говорить, именно когда будем обозревать статусы участников сообщества. Потому что чем выше человек приобретает статус, тем больше пакет с большим количеством рекламных инструментов вы сможете получить. И тогда эти рекламные инструменты, они будут стоить для вас просто реально копейки. Это будет просто реально копейки. Как раз вот о том, что я говорил, это в нижней части этой таблицы находится. Тут как раз и сказано, что если вы переходите на один из привилегированных статусов, а привилегированных статусов всего три – премиум, премиум плюс и VIP, то вы получаете в подарок от компании пакет RE. Это вот то, что вы видели, счет рекламодателей, пакет рекламных единиц, на который вы потом можете накупить рекламных инструментов. Получается,
или вы покупаете в розницу рекламные инструменты, или вы переходите на статус, а каждый статус имеет четко фиксированную стоимость, получаете в подарок пакет рекламных инструментов и набираете намного больше рекламных инструментов, чем если бы вы их покупали в розницу. Значит, откуда взялась эта идея и логика? То есть суть в том, что если мы возьмем тех же операторов сотовой связи, вы увидите, что если вы будете просто покупать у них трафик в гигабайтах, звонки, смски, это стоит денег, там, не знаю, минута, рубль. А если вы возьмете пакет, например, у того же Теле2, там пакет 600 рублей, туда будет входить очень большое количество минут. Например, Теле2 пакет за 600 рублей вы приобретаете по 600 рублей 1000 минут. То есть, это намного выгоднее. Это не просто выгодно, это гораздо выгоднее. 10 гигабайт трафика интернет. Это гораздо выгоднее. Здесь такая же логика. Или вы покупаете в розницу, как бы так сказать, пощупать, проверить. Или вы переходите на статус, и вам в подарок дается просто огромное количество. Хорошо, значит, ознакомились мы с рекламными инструментами, и давайте более детально пройдемся по каждому из них. Так, статус рекламодателей, мы пока пропустим. Статусы я упомянул, мы их рассмотрим дальше в разделе для партнеров. Значит, первый инструмент, которым я уже вкратце упоминал, это интерактивное объявление. Значит, чтобы создать интерактивное объявление, вы нажимаете кнопочку «Новое интерактивное объявление», заполняете заголовок, текст и ссылку. После этого нажимаете кнопочку «Сохранить». Интерактивные объявления имеют одну особенность, они не модерируются. То есть, какой вы его создали, такое оно и будет висеть. То есть мы не проверяем правильность написания, что там написано. Оно не нужно, это не нужно, так как оно не отображается во фрейм-окне. Хорошо, после того, как вы создали новое интерактивное объявление, давайте напишем. В голову придет, какую-то ссылку вставим. Нажимаем кнопочку «Сохранить», у вас появляется такая вот таблица. Другими словами, мы ее называем, это панель управления рекламой, в котором вы видите название вашего рекламного объявления, ссылка, кстати, кликабельная, текст объявления, на данный момент она не активна, сколько вы раз уже купили показ этого объявления, и кнопочку «Показать это объявление» за рекламные единицы или за GT. Значит, все инструменты в сообществе можно приобрести двумя способами. Первое, или за GT, то есть за рубли, за бонусные жетоны GT с личного счета, или за рекламные единицы со счета рекламодателя. Поэтому в сообществе есть два абсолютно разных счета. И как вы уже поняли, намного выгодней приобретать именно с рекламного счета, так как там рекламные единицы начисляются оптом. Кнопочка «Удалить». После того, как вы его создали, вы нажимаете «Показать объявление». Он вам сообщает, сколько у вас есть на счету. Если у вас тут есть 10 рублей, интерактивное объявление – это самый недорогой и самый простой вид рекламы. Он стоит всего лишь 10 рублей, 10 жетонов. И нажимаете кнопочку «Оплатить GT» или «Оплатить RE», смотря что у вас есть в наличии. После того, как вы это сделали, ваше рекламное объявление появляется вот здесь вот. И все пользователи, которые входят в личный кабинет, сразу же его видят перед собой. Это объявление кликабельное и без проблем, если человек заинтересовало, он может перейти по ссылочке и открыть уже в другом окне. Но здесь вот высвечивается ваша аватарка. Это еще один момент, почему надо именно на аватарке изображать нормальную фотографию. Потому что люди видят, если они видят здесь какое-то безобразие, то не знаю. Хорошо, здесь вот вы видите надпись «Подать свое объявление», то есть здесь это
то же самое ведет на ту же страницу, где мы уже были. Хорошо, значит, для чего подойдет интерактивное объявление? Оно подойдет для тех проектов, которые не отображаются во фрейм-окне, по-другому их невозможно показать. А также, если у вас действительно есть интересный такой клевый текст, и вы хотите прям продвинуть его, и вы знаете, что людей заинтересует, и вы его вывешиваете. Например, я знаю наших участников, которые ежедневно утром заходят и вывешивают сюда свое интерактивное объявление. Стоимость всего 10 рублей, но кликов может быть, ну, если, например, один человек, 10 человек кликнет, а один из этих 10 заинтересуется проектом, зарегистрируется, ну, кстати, очень удобный вариант. Ну, как я уже говорил выше, сюда вы можете прилепить, например, вашу страницу в социальных сетях, вашу группу в социальных сетях, ваше объявление на Авито, что угодно. Все то, у чего есть ссылка. То есть вы можете привязать к этому объявлению. Очень хороший, эффективный и недорогой инструмент. Хорошо, двигаемся дальше. Следующее. Мы веб-сайты и покупка кредитов. Это как раз инструмент, который занимает самое значительное место во всем проекте. Потому что именно продвижение сайтов и продвижение страниц, это, скажем так, ставят все во главу угла. Остальные уже инструменты больше дополнительные. Хорошо. Переходим на эту страницу. Что мы делаем? Ну, также добавляем новый сайт. То есть вы видите, что у вас здесь также продублировалась зеленая полоса, на которой вы видите количество кредитов, как и здесь вот. И эта же ссылка ведет вот сюда. Обратите внимание, на каждой практически странице есть такая кнопочка «Описание», где вы можете прочитать более подробно для описания для этого инструмента. Видеоинструкция. Видеоинструкция не везде, но практически, в большинстве случаев она есть. Это видео о том, как использовать этот инструмент. И слайд. То есть мы попытались учесть все три направления. Первое. Кто-то хорошо воспринимает текст. Ну, окей, пожалуйста, для них текстовое описание. Кто-то не любит читать, кому-то надо видео. Пожалуйста, смотрите видео, выполняйте. А кому-то вот надо больше суть, и чтобы это было визуально. И именно для них мы сделали слайды. Поэтому, максимальная помощь, которую мы стараемся оказать новым посетителям, да и не только новым, любым участникам. Хорошо. Что мы делаем? Мы добавляем, например, новый сайт. Сюда мы вставляем ссылку. Например, тестовая, это будет ссылка на генератор. Вы, соответственно, вставляете ссылку на свой проект. И, о чем я говорил выше, здесь вы можете выбрать категорию рекламы, к которой относится ваш сайт. Для чего это нужно? Еще раз повторюсь. В настройках, о них мы посмотрим чуть позже, эту настройку, любой человек может выбрать, какую рекламу в серфинге он хочет смотреть. И, возможно, его заинтересуют блоги и статьи, а может, он ищет криптовалюту, а может, он выберет сразу две категории рекламы, а может, будет смотреть все. Соответственно, если он выберет ту категорию, которую вы присвоили к своей рекламе, то ему будет попадаться именно ваша реклама. И это получается своего рода таргетинг. То есть это именно целевой посетитель. И намного шансы возрастают, что этот человек присоединится к вашему проекту. Поэтому это очень важный момент. И надо отдать должное. Практически 90% всех пользователей в сообществе, они использовали этот инструмент и присвоили категории к своим рекламам. Ну давайте, допустим, это будут полезные услуги. Хорошо, значит, вы вставили ссылку на свой сайт, вы выбрали категорию, после этого нажимаете кнопочку «Сохранить». И теперь очень важный момент. Значит, перед вами открывается страница активации рекламы. Что вы видите? Эта страница имитирует, вот там на заднем фоне, она имитирует фрейм-окно серфинга. То есть оно показывает вам
увидят ли пользователи ваш сайт в этом фрейм-окне. Если вы видите здесь сайт, кусок сайта, это говорит о том, что да, с сайтом все нормально, на нем не стоит блокировка от показа в фрейм-окне. Если вы видите здесь белое поле, то есть вместо сайта вы видите здесь вот белое поле, то это говорит о том, что на сайте стоит блокировка от показа в фрейм-окне. И он сайт показываться не будет. А как следствие, такие сайты мы не одобряем. Чтобы вы не тратили свои деньги, свои кредиты, такие сайты мы не одобряем. И мы специально подвесили здесь такую подсказку, что если вы в окне активации видите белое поле, то, знаешь, ваша реклама одобрена не будет. И здесь даже есть ссылка на видеоинструкцию, что делать, если вы видите белое поле. Ну, как бы, вот так устроено фрейм-окно. То есть по-другому сделать никак. Если оно не показывает ваш сайт, не подгружает, ну, значит, это вот так вот. Надо просто использовать другие инструменты. Потому что некоторые люди потом пишут поддержку, почему моя реклама не одобряется. Ну, обратите внимание, что она не одобрится, так как нет смысла, чтобы люди видели белые пустые поля вместо рекламы, а вы тратили свои кредиты. Поэтому используйте тогда другие инструменты, типа баннеров, рекламное объявление, текстовое объявление, интерактивное объявление. Хорошо, если все супер, вы нажимаете ваш личный сайт, возвращаетесь на страницу и видите, что появился пульт управления вашей рекламой. Значит, здесь вы видите количество данной рекламы, значит, кредиты для рекламы, кредиты – это показы вашего сайта, статус этой рекламы, то есть в данный момент реклама находится на одобрении. У нас полностью ручная модерация, это сделано для того, во-первых, чтобы обезопасить наших пользователей от всякой не очень правильной рекламы, там, порнографии, еще каких-то наркотиков пытаются продвигать, всякую хренотень. Вот. Реклама одобряется очень быстро, ну, редко дольше часа. И также уточню, что реклама в основном одобряется в дневное время. Поэтому, если у вас часовой пояс не совпадает с московским, соответственно, ну, для вас чуть-чуть это время растянется. Хорошо, ну, вы можете сделать один момент, которым я сейчас вам скажу. Хорошо, значит, здесь вы видите кнопочку для того, чтобы добавить показы к вашей рекламе. Здесь вы видите кнопочки пульта управления вашей рекламы. Значит, пауза – это постановка вашей рекламы на паузу. Купить кредиты – это как раз нужно вам в том случае, если вы не хотите просматривать рекламу других участников, чтобы получать кредиты. Хотите просто купить кучу кредитов. Давайте посмотрим. Таблицы цен на рекламные инструменты. Вот. Показ вашего сайта или страницы во время серфинга другим участникам. 1000 показов или 1000 кредитов. Это одно и то же. Стоит всего 300 рублей или 300 рекламных единиц. То есть вы нажимаете «Купить кредиты», выбираете количество 1300 и оплачиваете или GT, или RE. Хорошо, значит, вот эта кнопочка «Редактировать», здесь вы можете заменить ссылку и удалить. Когда вы удаляете рекламу, на которую на счету, которой есть показы или кредиты, они возвращаются в общую массу, они не пропадают, не переживайте. Хорошо, соответственно, если вы только что зарегистрировались, как этот человек, у вас просмотрели рекламу для квалификации, у вас есть здесь на счету 55 кредитов, что с ними сделать? Вы нажимаете кнопочку «Добавить кредиты». Ну, вбивайте сюда, ну, например, вы хотите 30 показов присвоить, а 30 на другой сайт. И нажимаете «Добавить кредиты». Все. Теперь здесь добавились кредиты. Вы можете спокойно взять паузу и заняться своими делами. Модератор одобрит вашу рекламу, и она сразу же станет здесь активной и начнет показываться. Еще раз обращаю внимание, это при условии, что если ваша реклама отображается во фрейм-окне, оно не белое, а там есть сайт. Тогда все нормально, модератор одобряет. И оно начинает показываться. Возможно, у вас возникнет вопрос, а где показывается моя реклама? Она показывается как раз в серфинге. То есть
Это и называется механизмом, бесплатный механизм обмена трафиком. Вы просматриваете рекламу других участников, чтобы поддерживать свою квалификацию, получаете за это кредиты, присваиваете своему сайту, и ваш сайт также просматривают другие участники, так как всем нужно поддерживать свою квалификацию. И поэтому идет постоянный взаимообмен рекламы. Взаимообмен реклам. У этого инструмента есть как свои плюсы, так и свои минусы. Самый большой, конечно же, плюс в том, что вы можете целый день хоть смотреть рекламу других участников, накопить кредиты, там 1000 кредитов, 500 кредитов, и выставить свой сайт на показ. И при этом вы затратите 0 рублей, 0 копеек. То есть это абсолютно бесплатный механизм. И, ну, надо отдать должное, честно говоря, большая часть пользователей сообщества используют именно этот бесплатный механизм и выставляют свою рекламу. Хорошо, значит, с рекламой сайтов мы разобрались, двигаемся дальше. Ну, вот эти две кнопочки, вы уже, наверное, догадались, что можно сюда добавить еще кредитов плюс к этим. А также можно эти кредиты перенаправить на другой сайт. Например, если у вас тут 20 сайтов, ну, не 20, 10 сайтов. У нас максимальное количество – это 10 сайтов, которые вы можете разместить. Вы можете с одного сайта перекинуть кредиты на другой сайт. Хорошо, значит, с сайтом мы разобрались, двигаемся дальше. Следующий рекламный инструмент называется «Мои баннеры и покупка кликов». Переходим на него. Также здесь есть описание, есть слайд, и здесь у вас есть возможность создать новый баннер. Еще раз повторюсь, значит, есть три вида баннера. Первый – это баннер большой, самый большой баннер, который показывается только в одном месте, на главной странице вашего личного кабинета, ну, всех кабинетов, всех участников. Второй баннер – это квадратный баннер, тоже показывается только в одном месте. И третий баннер – это прямоугольный, обычно стандартный баннер, он показывается во многих местах, начиная от нижней части страниц личных кабинетов и заканчивая, если вы видели, в окне серфинга в правой стороне, а также в окне при входе в личный кабинет. Значит, каким образом работают баннеры? Вы нажимаете кнопочку «Создать новый баннер», и здесь перед вами поля, которые вы можете использовать для загрузки баннера. Первое, вы выбираете размер. Вот как раз тут, ну, допустим, вы хотите средний баннер. Название. Интересный нюанс, если вы видите какой-то баннер и наведете на него значок, то вы видите как раз это название, которое вы здесь вбиваете. Вот здесь вот. То есть, соответственно, название компании у этого человека – площадка. Некоторые люди обращают на это внимание, некоторые не обращают. Но вы можете использовать это как дополнительный бонус продвижения. Вы можете сюда написать какой-то слоган. Например, «Самый лучший проект на этой площадке». И человек, который наведет сюда, например, наведет сюда мышку, он как раз увидит самый лучший проект. Ну, это еще, или, например, жми. Жми скорее, пока деньги, пока здесь есть деньги. И он действительно нажмет и перейдет. Хорошо, сюда вставляете ссылку на сайт. Ну, это точно такая же ссылка на сайт, как и куда будет вести баннер. И сюда ссылку на баннер. Значит, здесь мы остановимся чуть более подробнее. Значит, где брать ссылку на баннер и что это вообще такое? Баннер по своей сути — это просто картинка определенного размера. Она может быть как статичная, и она может быть как и динамичная. Например, там что-то мигает, прыгает, там зазывает и все такое. Где взять ссылку? Значит, что вы делаете? Вы открываете новую вкладку в своем браузере. Открываете Яндекс и, например, набираете такую фразу.
загрузить картинку, получить ссылку. У вас открывается просто десятки сервисов, которые предоставят эту возможность. Вы, например, выбираете, ну давайте вот выберем, загрузи картинку. А что вы делаете? Вы выбираете файл на своем компьютере, загружаете его сюда, как раз вот эту картинку. После этого ничего не меняете, нажимаете загрузить, и у вас здесь появляется, загружается ваш баннер, как раз вот такого размера, и появляется ссылка на этот баннер. Именно ссылка в интернете. Вы ее отсюда копируете. Давайте, например, для примера. Я тогда прям покажу, как это делается. Ну, например, ну, баннер. Прямоугольный. Попробую найти какой-то баннер прямоугольный. Ну вот, например, такая картинка прямоугольная. У меня есть ее ссылка в интернет. Или у меня есть, я ее просто скачиваю себе на компьютер. После этого я сюда ее вставляю. Если это ссылка сюда, если это выбираю из папки, идет загрузка. И нажимаю кнопку загрузить. Окей, вот подгрузился этот баннер. Вы выбираете ссылку в интернет вот эту, копируете, возвращаетесь в проект и сюда вставляете ссылку на баннер. Обратите внимание, не код, не что-то еще, а именно ссылку в интернет на баннер, потому что некоторые люди пытаются сюда вставить код, и это разрывает полностью все это окно, и все это в кривь и в кость, и мы вручную все это дело поправляем. Вот именно ссылку. Если все сделано правильно, также выбираете, например, обменники, платежные системы. Если все сделано правильно, у вас откроется вот такое вот окно. Здесь одна особенность. Именно вот в этом окне, если ваш сайт не показывается, то это нормально. Так как баннер непосредственно ведет напрямую на ваш сайт. Он не показывается в нашем фрейм-окне. Возвращайтесь, и вы видите, что этот баннер подгрузился. И теперь все, что вам надо сделать, это купить клики и сделать так, чтобы он прошел одобрение. Ну, одобрение проходится быстро. Вам надо купить клики. Значит, здесь другая история, нежели с сайтами. То есть, если в сайтах вы можете путем обмена получать кредиты, то именно баннеры – это всегда платная реклама. И у вас есть два способа. Или пополнить свой личный счет GT и купить клики на баннер, или перейти на какой-то статус, получить в подарок пакет рекламных единиц и ими оплатить именно клики. Значит, баннеры у нас продаются именно пакетами. В пакете 40 кликов на ваш баннер. Вот. И, соответственно, вы выбираете количество пакетов, которые вам надо. Видите, здесь меняется стоимость, и приобретаете. После этого ваш баннер, смотря какой размер вы загрузили, начинает показываться или здесь, или на каждой странице. Ну, чаще всего люди любят использовать, хотя нет, честно говоря, у нас все используют все баннеры. Если прямоугольные, обычно стандартные, так они просто везде показываются. Эти уникальные, они тоже привлекают внимание, так как люди часто листают свой личный счет, ну, посмотреть вниз страницу и натыкаются на них. Ну, а большой баннер, он сам по себе привлекает внимание, он архиватор денег, прям очень красиво сделано, и хочется перейти. Поэтому баннеры, которые вы видите, это именно платные баннеры. Значит, каким образом происходит оплата кликов? Человек кликает на баннер, и после этого списывается, здесь будет 40, например, кликов, и после этого списывается один клик. То есть, поэтому делайте баннеры интересные, делайте баннеры, ну, такие, чтобы человеку захотелось кликнуть, и чтобы баннер желательно совпадал по дизайну, по тематике с тем сайтом, куда он ведет. Тогда у человека не будет, что на баннере одно, а на сайте другое. Ему захочется просто уйти. Поэтому баннер – это очень точная и интересная реклама.
интересный способ рекламы. Получается, что человек, который кликает по вашему баннеру, скорее всего, заинтересован, так как он не будет кликать же от балды. Его заинтересовал слоган или картинка на вашем баннере. И, соответственно, у вас есть все шансы, чтобы именно этот человек зарегистрировался в вашем проекте или приобрел данный товар. Это очень важно понимать. Хорошо, с баннерами мы разобрались, двигаемся дальше. Следующий инструмент, о котором мы сейчас будем с вами говорить, это реклама на стартовой странице серфинга. Реклама на стартовой странице серфинга – это достаточно такой классный инструмент, и при грамотном использовании вы можете получить очень даже неплохой трафик на свой сайт. Давайте посмотрим, как это работает. Значит, ну, как обычно, вы создаете новую рекламу, сюда вписываете название, сюда вставляете ссылку. Например, пусть это будет вот эта ссылка. После этого нажимаете кнопочку «Сохранить». И пока, вот как раз видите, данная ситуация, когда сайт не отображается. Это говорит о том, что я не совсем правильно указал ссылку в окне. Возвращаемся, нажимаем «Отредактировать», вставляем. Ну да, вот как раз не убрал кончик. И, соответственно, такая реклама не одобрится. Хорошо, пока идет одобрение, значит, еще раз вам напомню, где показывается реклама на стартовой странице серфинга. То есть любой пользователь, любой участник сообщества, он обязан делать квалификацию для того, чтобы пользоваться проектом. Для этого он раз в 24 часа просматривает рекламу, нажимает кнопочку «Начать серфинг», и у него открывается вот как раз то фрейм-окно. И первая реклама по счету, которому попадается, самая первая, это как раз и есть инструмент реклама на стартовой странице серфинга. Соответственно, если вы свой сайт поставите первым на показ в серфинге, то все пользователи, которые в данный день остаются на 24 часа, все пользователи, которые на данный день делают квалификацию, они обязательно увидят вашу рекламу. И мало того, они должны ее будут просмотреть 20 секунд, пока длится таймер. То есть это вам выгодно, с одной стороны, что поисковые системы отследят это посещение как посещение вашего сайта с нахождением 20 секунд, это плюс огромный для продвижения. А с другой стороны, люди, которые еще не смотрели рекламу, у них внимание свободно, и они первое, что видят вашу рекламу, у вас есть все шансы именно привлечь их полное внимание по сравнению, например, с 10-м сайтом или с 12-м, когда внимание уже чуть-чуть притупилось от обилия рекламы. Вот, поэтому, если грамотно использовать этот инструмент, то можно получить достаточно неплохой отклик. Хорошо, вы загрузили данную рекламу. Вот здесь появилась, как обычно, пульт управления появился данной рекламы. Удалить, редактировать. Сейчас я вам покажу, каким образом приобретается данная реклама. Нажимайте кнопочку «Купить». Здесь у вас есть справа подробная инструкция. Значит, вы смотрите, какие дни свободны. Значит, красные дни – это занятые или уже прошедшие дни. Например, если вот на данный момент здесь сейчас все свободно, то есть белые – это свободные дни. Вы нажимаете кнопочку «Купить», оплачиваете 1750 жетонов или рекламных единиц с помощью кнопки «Оплатить», или оплатить РЕ, или оплатить GT с вашего счета. И после этого страница перекидывается обратно сюда, и у вас появляется возможность выбрать день. То есть эти дни становятся кликабельными. То есть не сначала выбираете, а потом покупаете, а сначала покупаете и выбираете день. И после этого возвращаетесь обратно на страницу покупки рекламы
И здесь у вас появляется дата, когда будет показана ваша реклама. Ничего сложного в этом нет. Тут есть описание, можете прочитать. Тут есть, соответственно, полностью раскладочка по шагам, о чем я вам рассказал. Хорошо. Аналогичный инструмент, который также заслуживает внимания, но, честно говоря, я бы сказал, что он чуть-чуть круче, чуть-чуть лучше и привлекательнее, чем реклама на стартовой странице, это реклама при входе в личный кабинет. Тут все то же самое. Также создаете новую рекламу, также нажимаете кнопку «Купить», выбираете дату, без проблем. Еще раз уточню, данная реклама показывается 24 часа. То есть, соответственно, если вы купили на 4 апреля, в момент, как только наступает 4 апреля, 00, 1 минуту, там, 1 секунду, и весь этот день до 23:59 минут показывается ваша реклама в серфинге или на входе в личный кабинет. То есть это, обратите внимание, это не разовый показ, это весь день люди смотрят только вашу рекламу. Хорошо, реклама на входе в личный кабинет, она чуть круче, потому что большая часть, ну, огромное количество пользователей, во-первых, уже действующих, заходят в кабинет и смотрят вашу рекламу, а также ее смотрят новые люди, которые еще не знакомы с проектом, и первое, что они видят, соответственно, вашу рекламу. И есть огромный шанс, что именно они среагируют, и они перейдут и воспользуются вашими услугами или вашими товарами. Хорошо, значит, с этими рекламами разобрались. По-моему, тут все понятно, никаких сложностей нет. И мы двигаемся дальше. Значит, у нас дальше идет реклама денежной ссылки. Мы ее оставим на потом. И сейчас мы посмотрим текстовые объявления и покупка кликов. Напомню, все текстовые объявления показываются в двух местах. Или вот здесь вот на белом фоне, или в личных, или во время показа рекламы в серфинге в правом верхнем углу на месте баннера. Значит, каким образом создается текстовое объявление? Все так же. Нажимаете новое текстовое объявление. Здесь пишите заголовок. И это как раз то, что будет выделено синим цветом и будет кликабельно. Сюда текст. Соответственно, текст должен быть интересным. И цель этого текста, чтобы человек кликнул на вашу ссылку. То есть он должен интриговать, то есть быть очень интересным. И, соответственно, сюда вставляете непосредственно саму ссылку. Потом нажимаете кнопку «Сохранить». Опять же, открывается окно активации. Ну, в данном случае, неважно, показывается ваш сайт в этом окне, не показывается, так как непосредственно человек переходит при клике на объявление. Ну, вот, например, вот кликает. Он переходит на внешнюю, минуя всякие фрейм-окна, и он попадает на данное окно. Вот очень красиво сделано, все грамотно и все такое. Хорошо, значит, текстовое объявление, клики по текстовому объявлению также оплачиваются пакетами. Давайте посмотрим таблицы цен на рекламные инструменты. Смотрим, значит, текстовое объявление, также пакет 40 кликов списывается за клик. То есть если никто не кликает, то, соответственно, у вас ничего не списывается. И именно плюс текстовых объявлений в том, что можно именно делать переход, минуя всякие фрейм-окна напрямую. А также, если человек кликает по вашему текстовому объявлению, то, скорее всего, его заинтересовал данный текст. И это, ну, достаточно целевой пользователь, целевой посетитель, который вполне возможно, что может заинтересоваться вашим проектом. Итак, текстовое объявление пакетами также продаются. 40 кликов стоит 50 жетонов и 500 рекламных единиц. То же самое, как баннеры. Хорошо. С текстовыми объявлениями все понятно. И один из самых интересных, один из самых
любимых, я бы сказал, инструментов рекламы наших пользователей. Это реклама денежные ссылки. Давайте перейдем. Ну, тут, как обычно, создать новую рекламу. И для того, чтобы понять, что такое инструмент денежной ссылки и как он работает, мы затронем следующую тему. Это заработок, генератор трафика на просмотр рекламы, просматривая денежные ссылки. Для этого нам нужно будет перейти в раздел «Для потребителей рекламы» и посмотреть вкладочку «Смотреть платную рекламу». Здесь вот в скобочках вы видите количество на данный момент платной рекламы. Выбираете. Если вы квалифицированы, то у вас здесь будет кнопочка. Если вы не квалифицированы, кнопочки не будет. Тут надпись «Вам доступны денежные ссылки». Все, что вам нужно сделать, это нажать эту зеленую длинную кнопочку, и вы попадете на страницу, где есть платные ссылки. Откуда они здесь берутся? Пользователи, как раз используя инструмент денежной ссылки в разделе «Для рекламодателей», размещают свои денежные ссылки, покупают этот вид рекламы, и они готовы вам заплатить за то, что вы просмотрите эту их рекламу определенное количество времени. Ну, на данный момент здесь номинал 0,10 копеек, то есть за каждую просмотренную рекламу вы получаете 10 копеек. Вот здесь вот на странице вы видите, что уже просмотрели денежных ссылок на 67 606 рублей. И на данный момент сейчас 64 ссылки. Если вы просмотрите вниз, иногда здесь попадаются номиналы разные, там рубль, 50 копеек. Вот сейчас вот здесь я не вижу. Это как сами пользователи. Вот я вижу здесь 25 копеек. Иногда бывает по рублю, иногда бывает по 75 копеек, по 50. Что вы делаете? То есть вы нажимаете на эту денежную ссылку в виде монетки, у вас открывается такое же фрейм-окно показа, и идет таймер. Вот для показа монетки номиналом 10 копеек идет таймер 5 секунд. Там, соответственно, 0,25 выше таймер идет. Самое большое, это, если я не ошибаюсь, 1 минута 1 рубль. Здесь вбиваете капчу, нажимаете кнопочку «Получить GT». Здесь пишет, вам успешно начислены 10 копеек. Если вы вернетесь на главную страницу вашего личного кабинета, то вы увидите, что у вас на личном счету появилось 10 копеек. То есть это ваше вознаграждение от рекламодателя за то, что вы просмотрели его рекламу 5 секунд. Здесь вот вы можете как раз увидеть, у вас все начисленные жетоны 10 секунд, 10 копеек. И здесь жетоны за денежные ссылки, у вас 10 копеек. Таким образом, вы просматриваете всю рекламу денежной ссылки. Не туда я захожу. Вот. Просматриваете и получаете от рекламодателя вознаграждение в виде номинала этой монетки. Что хотелось бы уточнить именно про рекламу денежные ссылки. Если вы находитесь на ознакомительном статусе, в статусе free, вот здесь вы это видите, то вам доступно только 10 монеток. Наш 10, одну мы уже просмотрели, соответственно, осталось 9 монеток. Все остальные монетки вам недоступны. Для того, чтобы сделать так, чтобы все монетки были доступны, вам надо перейти на более высокий статус. Например, это статус Free Plus, статус Premium, статус Premium Plus, статус VIP, ну еще бывает статус VIP Plus. Статусом мы посвятим отдельную главу нашего обзора, поэтому про статусы говорить ничего не буду. Как только вы перейдете на статус, сразу же у вас вот эта вот зазеркаленность вот эта пропадет, зашоренность, и у вас все монетки будут активны, вы сможете их просматривать.
Монетки обновляются каждые 24 часа. То есть, если вы 24 часа просмотрели все монетки, заходите на следующий день, опять есть то количество монеток, которое на данный момент есть в проекте. Значит, чем это выгодно для того, кто просматривает платную рекламу, понятно. Он получает за каждый просмотр определенный номинал, копит, кто может приобретать рекламу или выводить эти деньги. Как это выгодно человеку, который размещает здесь рекламу? Во-первых, он получает, скажем так, уникального посетителя на свой сайт, потому что один человек может просмотреть только одну монетку одного пользователя раз в 24 часа. То есть один человек не может скликать всю вашу рекламу. Это огромный плюс. Ну, а также посещаемость на ваш ресурс и возможность получить быстрое количество посетителя. Если вы, например, используете рекламу «Мои веб-сайты и покупка кредитов», у нее есть такая особенность, что из-за того, что большая часть пользователей использует именно вид этот, ну, этот вид рекламы, бесплатный серфинг, бесплатный механизм обмена трафика, ну, можно сказать, что достаточно перегружена эта область. То есть, ну, ваши показы и кредиты списываются не так быстро, как бы вам хотелось. Ну, например, это может быть там 10-15 в день. А если вы выставите рекламу в денежных ссылках, используя рекламу денежной ссылки, то там количество посетителей значительно и очень значительно в день превышает. Этот инструмент очень хорошо подходит, во-первых, для людей, у которых есть страницы захвата. То есть таким образом они могут налить себе, ну, достаточно большое количество трафика очень быстро. Это, ну, в этом плане очень выгодно. И даже если эта реклама будет по 5 секунд, все равно человеку хватит 5 секунд для того, чтобы он быстро посмотрел, что находится на этой странице, и среагировал. Давайте теперь посмотрим, каким образом создается реклама денежной ссылки. Ну, как обычно, создать новую рекламу. Ну, например, какой-то выберем. И вставляете сюда, конечно, ссылку. Как обычно, идет окно активации, и вот здесь вы обязательно смотрите, что ваша реклама отображается. Это очень важно. Хорошо, все нормально, возвращайтесь сюда. И теперь вам нужно приобрести ссылки, показы вашего сайта. Для этого вы переходите «Купить ссылки». И здесь также посещения приобретаются пакетами. И минимальный пакет стоит 250 GT или 250 рекламных единиц, 250 рублей, грубо говоря. И в него входит 1250 посетителей на ваш сайт. То есть получается 1250 посетителей по 5 секунд. И это стоит 250. Соответственно, вы нажимаете кнопочку «Оплатить», и у вас ваши просмотры начисляются в данную графу, и вы смотрите, как постепенно они тратятся по мере того, как пользователи просматривают монетки. Расскажу несколько особенностей данного вида рекламы. Ну, во-первых, то, что показывается 5 секунд, это больше всего подходит именно для мгновенного реагирования посетителя. То есть, если у вас сайт грамотно создан, вы уверены, что там такие все созданы уловки, ключевые слова, правильные такие заманушные какие-то тексты, и пользователь быстро среагирует, то, соответственно, или даже у вас видео там запускается, то 5 секунд достаточно. Если вы хотите, чтобы пользователь подольше понаходился на вашей странице, или вы продвигаете свой сайт с точки зрения посещаемости для поисковых систем, так как чем больше человек находится на вашем сайте, тем это лучше для рейтинга, то я рекомендую вам выбирать
пакет, например, на 45 секунд. Он будет стоить уже 500 GT или рекламных единиц, и уже там будет, конечно, меньше посетителей, 333 посетителя, но зато это очень положительно отразится на вашем рейтинге. Ну, или возьмете среднее, например, 30 секунд, 500 посетителей по 500, соответственно, 500 GT или 500 рекламных единиц. Забегу вперед. Давайте перейдем в платную рекламу еще раз для наглядности. Забегу вперед, и это как бы данные для рекламодателя, то когда вы выставляете свою монетку, то есть вы загрузили свою рекламу, она одобрилась, и, соответственно, в общей массе появляется именно ваша монетка с вашим номиналом. И пользователь кликает на нее, просматривает ваш сайт и получает вознаграждение. Тут есть одна особенность. Вознаграждение за просмотр вашей монетки получает не только пользователь, ну, обычно его называют кликер, но еще и человек, который пригласил пользователя. То есть получается, оплата вашего пакета, она как бы делится на две части. Первое — это получает вознаграждение ваш пользователь. Второе — получает спонсор или тот, кто пригласил этого пользователя. Он получает тоже определенный процент, который зависит от статуса данного пользователя. Непосредственно сам кликер, который просматривает рекламу, конечно же, получает 100%. Тут без разговоров. Если он просмотрел рекламу на рубль, он получает рубль. Если он просмотрел рекламу на 10 копеек, он получил полностью 10 копеек. Поэтому это очень хороший инструмент, очень эффективный. Реклама денежной ссылки, ну, и она из-за этого самая востребованная, самая любимая нашими участниками сообщества, и именно с помощью нее можно привлечь сразу и много трафика, и причем, ну, 250 рублей, 1250 показов, ну, согласитесь, на сегодняшний день это совершенно не те деньги, которые, ну, стоит рассматривать как бюджет для продвижения. То есть, ну, копейки это по большому счету. Хорошо, денежным ссылкам мы еще вернемся в разделе «Партнерская программа». А сейчас мы посмотрим последний инструмент. И после этого мы будем уже переходить в другой аккаунт для того, чтобы посмотреть больше функционала именно для других статусов, а не для статуса free. Последний инструмент у нас называется конструктор сайтов. Значит, конструктор, что такое конструктор сайтов? Это конструктор, с помощью которого любой пользователь может создать свой сайт на базе генератора трафика. Ну, есть такие ситуации, есть такие, когда у человека нет своего сайта, у него есть товар, он не хочет где-то заказывать этот сайт. Он хочет просто создать его сам для того, чтобы проверить, насколько его товар пользуется спросом, стоит ли вообще этим заниматься, а не сразу создавать дорогой сайт, платить там разработчику или программисту. И у нас есть здесь такая функция, называется конструктор сайтов. И с помощью этого конструктора вы можете создать любой абсолютно скольки угодно страничный сайт. Но есть одно но. Эта функция доступна только участникам на статусе премиум и выше. И сейчас я перейду как раз в такой аккаунт для того, чтобы показать вам, как выглядит данный конструктор сайта.